Hi, people! Всем еще раз приветульки! Сейчас я вам покажу, как я делаю из хвоста косу. Это еще одна вариация. Мне поступила куча сообщений, куча вопросов и куча предложений, чтобы я сняла то, что я умею делать со своими волосами. Ну и наконец-то нашла время, поэтому я вам покажу. Я точно так же делаю, как всегда. Зачесываю волосы себе на бок. Вот. Зачесала волосы, собрала их вот так, собрала и делаю себе хвост. Делаю хвост. Вот таким образом я сделала хвост, так? И теперь я что делаю? Я беру небольшое количество волос прямо сверху моего хвоста. Вот где-то вот столечко. Вот эта основная прядь остается. И делю ее на три части, эту маленькую прядку. И начинаю плести самую обыкновенную косичку. Самую обыкновенную. Вот я делаю раз переплетение. Два, вот, и уже на третье, вот у меня получается вот так, и теперь на третье переплетение я заношу прядь сюда и беру с конца хвоста еще одну прядку и заношу ее на ту прядь, которую я уже перенесла. Вот, я плету косу опять, переношу другую прядку и тоже беру с конца прядь. И тоже ее вот так заношу сюда. Так. И опять я беру, переношу прядь и беру прядку с конца. Опять заношу прядь и опять беру с конца. Опять заношу прядь и опять беру прядку с конца. И вот так я плету всю косу по мелке. Но я туго ее не плету, совсем чуть-чуть пережимаю, потому что потом вы увидите, какой эффект получается. Вот. Сюда и беру, заношу. Хвостик мой тончает. Должна получиться очень ажурная, красивая коса. Так. Осталось пару прядей мне сделать и все. И вот так. Дальше. Вот так и все, я завязываю конец ее. Резиночкой. И вот посмотрите, что получается. Коса и идут к ней прядки. Вот с этой стороны она выглядит так, а с этой стороны она выглядит как рыбий хвост. Вот такая вот косичка красивая, очень ажурная, большая. Можно еще, конечно, ее распушить. Вот она получится еще шире. Вот такая вот красивая получается косичка. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, вам очень понравилось. Всем пока!